Продолжаем рассматривание лимитированного выпуска голландского Вога. Первая часть была длинная, сейчас вторая длинная. Остановились мы на этой картине. То есть не на картине, а фотографии. Вот такая потрясающая, красивая, роскошная фотография Вог Англия 56-го года. В общем, даже я в Инстаграм ее выставила. Смотрите, какая она потрясающе красивая, какие огромные лилии водные, лотосы. То есть это лотосы, лилии. В общем, все так красиво выстроено, композиция просто потрясающая. Цепляет прям. Даже вот смотрите, у него такая вот, как сказать, весло в форме лотоса. В общем, она как будто лежит на поверхности воды, хотя вот на лодочке. Далее продолжим. А, значит, тут какой-то у нас товарищ. А что-то про Советский Союз. Смотреть, Soviet Union. Ну, что там был? Фотографировал? Да, да, кстати, да, там будут фотографии. Смотрите, какая интересная фотография. Это сделано на Сейшелах. 71-й год. А, красивая фотография. У нас знакомые тоже были на Сейшелах. Знаете, какой тур брали? Есть там парусные лайнеры, ну как парусные парусники. И значит, там можно и заниматься дайвингом. И она не занималась. Она говорит, наши друзья занимались дайвингом, а мы были тоже на этом корабле парусном. И они по островам плавали. Ну, хорошее времяпровождение, но очень дорогое, конечно. Да, вот такой вот песок там. Это собака какая-то, кривуля. На паука похоже. И значит, тут у нас написано Dog Friday, Аполлония, Сейшелы. Вог тоже, значит, у нас английский, 71 год. Смотрите, какие у нее топчули. Такое, как это, радуга. Такие широкие рукава, панамка. Ну, естественно, с панамкой только там можно находиться. Давайте вот так подвину. Это у нас фотография, она не очень-то захватила. Это у нас, значит, Хельвери Коко, 64-й год, Табаго. Табаго, по-моему, находится у нас... там, где Карибские острова. Скорее всего, там бугенвилия, по-моему, цветет или что это такое. Бассейн, оно в какой-то ночнюшке. Такая худенькая. Типа твиги. Какие-то заливы. Но не сказать, чтобы хорошие пляжи были. Вот видите. Надо посмотреть, где Табаго. Ну, оно, мне кажется, Карибские бассейны там. Так, значит, у нас, значит, что про Табаго тут пишут. Тут, значит, у нас фотография... Вообще, кстати, хочу сказать, что это просто она такая отважная женщина. Объясню, почему. Ванда und Острихен. Это значит у нас Африка. Тоже английский Вог, 75-й год. Почему они опасные? Потому что страус тупая птица. И если она клюнет человека, то все. Кранта, если по голове стукнет, то все, человек помрет. Очень просто у нее нос, вот этот клюв. Она везде клюет, страус клюет, потому что он хочет проверить. Ну, очень тупая птица. Вы можете прочитать про это. Не то, что я, мое мнение такое, да, она тупая птица. Просто я передачу смотрела «Орел и решка», и там вот Лесю сажали на этого страуса, то ли на Антигуа, то ли еще где-то, не помню. В общем, сказали, что это очень опасная птица. Но я где-то видела этих птиц, уже тоже в клетках их выращивают. Не в клетках, то есть они бегают тут в Европе, в загонах. Ну, не знаю, опасная. Я еще не знала, что она такая опасная птица. Да, в общем, не подходить. Так, смотрите, это сделана, кстати, фотография в Советском Союзе в 75-м году. Джерри Холлом. Тоже английский Вог. Так что вот. И тут написано Вог, СССР, 75-й год. Ничего себе.
Где-то не, я так думаю, что это наверняка река Волга. Но они так сделали, как будто, знаете, две женщины, но это, видите, соединили просто фотографии. Это одна и та же фотография. Ну, как место, одна и та же модель. Тут не слишком забрала животик. Такая красивая фигура. Босоножки красивые, кстати. Так. Далее, это у нас, значит, Багамы, 59-й год. Багамы тоже прекрасные острова. Все, муж у меня хочет на Багамы, но надо же через Америку лететь, заморачиваться с визой. Это у нас Вог, тоже английский, 73-й год. А где это? Португалия. Ну, Португалия мне хочется. Ну, мы увидим Португалию. Частично. Мадейра, это же, по-моему, принадлежит Португалии, так что... Ну, я слышала очень приятные вещи о Португалии, что там очень вкусная еда, недорогая. Но есть, конечно, что посмотреть. Это у нас... Что это такое? Тоже, значит, Мингус пришел, гремит. Это у нас в Перу, 56-й год. У меня подруга с Перу, и она говорит, что, дескать, вообще хорошо развивается экономика Перу, очень много туристов. Ну, что это у меня как-то это... Надо подвинуть меня. Вот. Развивается хорошо туризм в Перу. Вообще трудолюбивый народ, перуанцы. Террористы у них были, но с террором быстро расправились. Знаете, каким способом? Просто террористов сажали в отдельные камеры, чтобы они не в процессе сидения в тюрьме не пробовали сторонников. В общем, вот. И, по-моему, их там расстреливали. В общем-то, с террористами можно очень быстро справиться, и чтобы люди спокойно жили. Но есть какие-то сумасшедшие, которые их оправдывают. Но почему-то не оправдывают людей, которые неожиданно померли. Пошли, знаете, туристы в Берлин на рождественскую ярмарку, и там погибли, да? Ну, почему-то об этом никто не задумывается. Почему-то этих ищут какие-то потаенные смыслы в поступках этих террористов. Там никаких потаенных смыслов нет. Там вообще черепная коробка на уровне, и мозги в этой коробке на уровне обезьян. Даже обезьяны так не поступают. О, вот это очень интересная фотография. 66-й год, Мехико. Так, смотрите, да? Тоже так разложили красиво вроде. Как будто русалочку поймали, я так понимаю. Ну, не знаю. А Мексика тоже для туризма очень интересная страна. Так. Дезерт. Раджастан, кстати. Тут у нас будет знакомиться с Индией. Индия, 55-й год. Или 50... А, нет, 66-й. Идапур, Раджастан. Mm.